характеризовать. Ну да, в качестве дона он, наверное, может быть, но это все-таки итальянская, а у нас Испания, и матч начался. Сьерра Сантана исполняет обязанности главного тренера Реал Сосьедада в этой встрече. Забивали не то, что в основном, но очень много со стандартов, я думаю, ты со мной согласишься. Они и в этом забивают, да, очень много. Да, и очень много. Ну и с позиционной атакой, и контратакой было все хорошо. Рауль Гарсия! Гол! И не засчитан, по-моему. Почему это не засчитан? Такие засчитали? Нельзя не засчитывать. Это Марио Мандзюкич. Какой пас. Кстати, он не очень радуется. Да, не на дальнюю штангу. Муя, кстати, атаку начинает. Скидка дальше идет. Рауль Гарсия. Здесь Хуан Фран. Рауль Гарсия развернулся. Ну, какой вытянул на себя футболист. Нет, офсайда абсолютно никакого нет. Футболисты просто сигнализировали. И как-то Марио Мандзюкич несколько вальяжно пошел радоваться. И это меня и сбило с толку. Обрати внимание, что даже не поднимал особо головы туда Рауль Гарсия. Интуитивно. Такое ощущение, что как будто вот наигранно это было. Уже знал, что там Марио Мандзюкич, знал, куда сделать эту передачу. И Карлос Мартинес забивает, оказывается, третий тур подряд. И пятый в чемпионате. Пятый в чемпионате. Хороший удар. И 1-1. 1-1 к 15-й минуте. Агирреччи отличился. Да, вот. Нет, не Агирреччи. Забил Карлос Велла. Агирреччи просто выхватили крупным планом. Радико, он похож на Александра Самедова. Игрока московского Локомотива здесь не успевает встретить. Ну, смотри, замечательно. Все было исполнено. Гол, конечно, шикарный. Да, Агирреччи как раз мешал вратарю, так что лавры... Вот этот повтор хорош, да? Казалось, может быть, чуть-чуть мяч коснулся где-то шипов Буцы Арда Турана. Ну и не успевает, конечно, нырнуть за этим мячом Мигель Анхель Моя. Но вряд ли... Но он закрыт был как раз. Агирреччи стоял прям перед ним. Голкиперу предъявишь здесь. Сейчас большая пауза перед... перед следующим туром. Я можно... думаю, что не уверена команда просто. Не, может быть, не уверена. Игра-то давалась. Давно не выигрывали. Игра-то давалась сегодня. Так почему ее отпускать? Иниго Мартинес, даже болельщики свистят. Не только я такой умный сижу здесь гоню. Недоволен. Пожалуйста, подача! Агирреччи! Вот стоило, знаешь, карта слезу любит. Да, стоило поныть. Стоило поныть и крикнуть: да идите вы вперед, чего же вы боитесь? Амино, Эммануэль! Повторы будем. Смотри, Агирреччи, рядом с ним Годин пошел и опережает Миранду. Вот так ближний угол Моя. Миранда не видел убегающего Агирреччи. Все-таки хорошая подача, хороший кросс с фланга – это половина успеха.